Эмоции бомба. Эмоции бомба. Вот это. Ребята, всем привет, с вами канал UpWheels, и сегодня первая сходочка в этом сезоне на улице. Будем планировать проводить теперь сходки коллекционеров на улице, посмотрим, как это получится. Парк Горького, для начала думаем собраться для своих, посмотреть места, ну а потом уже сделать, конечно же, полномасштабную сходочку. Давайте сейчас встречать участников, посмотрим, как они найдут это место и к нам присоединятся. Заодно посмотрим модели UpWheels, подписывайтесь, поехали. Место достаточно специфичное подобрали, но немного в отдалении, в принципе, никто не должен мешать, мы никому не должны мешать в парке. И, как видим, народ подходит, подтягивается. Сейчас будем смотреть, у кого что потащит. В общем, идут распаковочки. Слушайте, конечно, по погоде думали, да, что получше будет, но все-таки погодка немного застала врасплох. Ну, решили вот тут вот на парапетике, да, вроде как солнце светит, вроде как уже весна, но, честно говоря, прохладно. Сейчас подойдем, глянем, начнем смотреть интересные модели. Я вот люблю такое что-то душевное, да, посмотрите, какой сценик классный. Вот где вы еще найдете такой меган-сценик? У меня у тестя есть, правда, другого цвета. А слушай, а какой это бренд? Меган-сценик, Мажоре, точно, конечно же, французская тачка. Ну вот это да, это, конечно, интересно. Потом, ну, у тебя все, да, такие машины, в принципе. Ну, Sky, да, Sky, известная тема, конечно же. Этот такой больше, в принципе. Вот этот Мерс, да, еще. AMG GT, если я не ошибаюсь, да, Mercedes. Ну, тоже хороший, хороший. В такой раскраске, вот, я, кстати, не помню, видел я его или нет. Но смотрится суперски. Так, смотрите, что здесь из интересного, в принципе. Такой какой-то, наверное, старый Мейн, да. А, Ламбо, по-моему, тоже Мажоре, да, если не ошибаюсь, Уракан. И конечно, наверное, венец твоей коллекции, это Феррари, да. Феррари можно редко встретить в Hot Wheels. И здесь, ну, классная, конечно, да, по Феррари. Тут ничего не скажешь. Это же Hot Wheels, да, насколько я не ошибаюсь. Да, ребята, Феррари Hot Wheels. Сейчас контракт с Бураго у Феррари, и Hot Wheels не выпускает модели Феррари. Поэтому они ценные. Досмотрите видео до конца. В конце распакуем, конечно же, и поделимся эмоциями Феррари, которая попала под восстановление Custom 87. И посмотрим, что же с ней произошло, поделимся впечатлением. Тем более здесь есть, вот там Стас вдали стоит, он владелец, бывший владелец Феррари Берлинетта. А это какая у тебя Феррари? Калифорния. Ну круто, у меня есть она от Бураго. Смотрится, конечно, топово, топово. И отлично. Так, по Феррари, значит, вот это ГТОшка, по-моему, да? 430 Scuderia. А, Scuderia, да-да-да, у меня она тоже в Бураго есть. Вот, слушай, классно, когда свет, солнце, все натуральное. Я надеюсь, ветер не сделает нам помехи со звуком. Так, а это что за Феррари? 512М. 512М, слушай, блин, она открывается, двигатель, да? Ну, это тема, ребята, это действительно такие модели, которые я вижу сегодня впервые. Так, и вот эта тачка, это LaFerrari, да? Да, LaFerrari я точно знаю, как она выглядит. Но тоже от Hot Wheels, хорошая коллекция, слушайте. Я обожаю Ferrari от Hot Wheels, не знаю, чем-то они мне очень нравятся и выглядят очень-очень достойно. Потрясающе, потрясающе. Так, извиняюсь. Конечно, есть Tesla со Starman. Так, но Tesla со Starman мы уже видели. Круто, круто, конечно. Это тоже редкость. И, значит, вот этот вот мини меня интересует. Слушай, красавец. Он, по-моему, если не ошибаюсь, открывается, да? Нет. А, нет, да? Значит, нет. У меня, по-моему, тоже есть, который не открывается. Так, ну тут еще что можно выделить из того, что мы не видели? А, наконец-таки хотя бы подержу в руках. Это Вальхалла, да? Вот так выглядит Вальхалла в распаке. И, ну слушайте, прохладно, ребята, я даже капюшон накинул, блин. Сегодня, честно говоря, вроде как погодка шепчет, но и это, конечно же, Астон Мартин. Красавец. Ну, не знаю, надеюсь, вам впечатлены этой коллекцией Ferrari. Давайте посмотрим, что еще есть. Вот такой вот джипчик. Класс, это крузак, что ли? Давайте посмотрим. Чемпионс. Интересно. Так, а это что за бренд? О, я так не помню, внизу написано. Посмотри. Racing Champions. А, Racing Champions, да, был такой бренд. Слушай, ну прикольно. А что сама за модель, наверное? Это Бронко старенький. А, старый Бронко, да, да, да. Ну вот так пойдешь в историю, ребята. Это... Вот, вот. Здесь творится история, наверное, впервые на канале. РЛК, может быть, даже и в Беларуси, я не знаю. Видел ли кто-то? Вот этот топчик. Ну-ка. Бэшка, дай подержать. Ай-яй-яй, как хороша. Custom Эльдорадо. Это божественно. Ой. Какой цвет. Это она просто восхитительно. Сейчас, секундочку, сейчас все посмотрим. Не, РЛКшка тема, конечно. Ребята, держишь историю, держишь легенду. И тут и сказать-то нечего. Потрясающий цвет, качество. Все фирмовое и все, конечно же, по стилю РЛК просто супер. А, дайте BMW гляну. Ой, извиняюсь, смотрите аккуратненько. Давайте BMW посмотрим. Конечно же, зачем ждали, BMW-шка РЛК. Давайте посмотрим, отойдем от этой суеты и посмотрим на святую. Не, РЛК, конечно, тема. Впервые держу в руках BMW. М3 это сама по себе легенда, а тут еще, конечно же, Е46, купешка, РЛКшечка. Это история, ребята. Здесь творится история канала, история новых моделей, открывающийся капот. Многие говорили, что проблемы с капотом у РЛК, но, ребята, это что-то невообразимое. Впечатление, эмоции, бомба, ребят. Смотрите, тут сзади есть окошечко под РЛК. Вот секретный коллекционер говорит, вот у тебя детский контент, у вас дети собираются. Вот, посмотри, какие тачки у наших детей. Вот, посмотри, РЛКшки. Бэха М3. Что может быть лучше? Что ты со своими соточками, а? Вот такие тачки у наших детей, а? Вот. Вот это детский контент. Да крутые машины, ребят. Крутые машины, главное, чтобы коллекционеры объединялись. Ни в коем случае не надо ссориться, там что-то говорить друг другу. У каждого свой контент, у каждого свои модели, свой интересный взгляд. Я предпочитаю все-таки быть более лояльным к другим каналам, к своей аудитории. Redline Club. Еще раз напомню, что эти модели можно заказывать только членам Redline Club по предзаказу. И, конечно же, божественно. Круто. Рад, что наконец-таки смог поддержать РЛКшку в руках и насладиться. И, ребята, у нас целый чемоданчик идет, очередная распаковочка. И это круто. Ну, посмотрите, это супер. Тут такой тревожный прям чемоданчик, я не знаю даже на что броситься здесь, потому что от всего я просто в шоке. Смотреть. Ой-ой-ой. Субарик распак. Тебе ж прилюдно надо, а? Я бы хотела. Я могу тебе прилюд... Я тебе могу отвезти. Да, хороший сет. Слива. Дай-ка... Ой-ой-ой. Слива, модерн классик. Вот такие вот у нас модели сегодня на сходочке. Как тебе этот тревожный чемоданчик? Действительно. Тревожный, да, да, да. А посмотри, кстати, вот Jetta, дай-ка. Кстати, Jetta, наверное, тоже впервые держу в руках. Ну, классная красавица. Jetta хороша, конечно. Цвет просто бомба. Оно прямо с маской. Я типа не хотел, чтобы блистер. Еще вот это есть. Офигеть. Слушай, ну это, конечно, гора. Боже ты мой. Это Japan History X2. Супер-супер редкие. Давай-ка посмотрим. Это, по-моему, STH-шечка у нас на канале. И, господи, боже мой, даже не знаю, что вам показать, потому что это действительно эмоционально, и это круто. Honda NSX R-Type тоже присутствует. Давай корвет. А, STH-щика, да, по-моему. Да, ребята. Что еще? Да я даже не знаю. Остановись, я прошу тебя. Слушай, один вопрос, ты банка грабил. Это просто жесть. Посмотрите, Team Transport впервые вижу. Аэролифт с Porsche. Это просто бомбич. И какой цвет? Какой цвет? Цвет просто офигительный. Ребята, это, конечно же, история. Тут уже Бэха РЛК затесалась. Посмотрите на эту кучу эмоциональных. Ну что тут? Тут уже даже скромно смотрится Цивик, который все ищут, и другие премы, потому что это, конечно, легенды, легенды тачек. Я не знаю, вау, посмотрите на этот Мерседес, елки-моталки, это просто круто. Слушайте, впервые держу в руках этот Мерс, и, по-моему, это бомба, да? Какой? Я даже боюсь подумать, вау, а вот этот видел кто-нибудь Мерс? Я боюсь подумать вообще, сколько это все, конечно, стоит, но это просто бомбические тачки и, конечно, супер. Не знаю, ребята, наслаждаюсь, как это пережить, эти эмоции. 2002 BMW, просто потрясающе. Как это все пережить, переварить, Modern Classics. Форса, посмотрите, Порше какой крутой, Форса. Я не знаю, ребята, это, по-моему, сегодня бомба. Я такого количества према не видел очень-очень давно. Слушай, ну это просто топ. Где ты взял этот Мерседес? Озон, да, вообще повезло. За 80. А вот это тоже Озон, да? Нет, это... Алик. Ну это круто. Я там прям я полностью сет за 100 взял. Долларов, да? Рублей. А, рублей. Ну это в принципе круто. Это в принципе круто и неплохо. То есть можно в принципе покупать, если возможно есть сеты. Давайте посмотрим тимы. А, ну, такой самодельный Team Transport уже, ребята. Так. Это, конечно, просто супер, ребята. Я не знаю, делитесь впечатлениями, делитесь эмоциями, столько всего с вами посмотрели. Это большинство участников уже находят наши места, располагаются, смотрят. И это супер. Давайте посмотрим, кстати, много Team Transport'ов. Давайте глянем по Team Transport'ам. Так, ух ты. Слушай, вот этот я не видел ни разу. Классно. Крутой вообще. Вообще бомба. Там, наверное, у него еще багажник открывается. Слушай, ну это супер стильно, конечно. Они к тебе успели прийти, да? Эти, да. Вообще класс. Премки нет. Какой еще есть? Это просто Team Transport, конечно. Огонь. Не знаю, рекомендую всем брать. Если что, ссылочка будет в описании на профиль. Можно интересоваться, как я понимаю, да, и что-то покупать. Ссылочку на всех ребят оставлю в описании, и в том числе на мою, что нужно по обменам, тоже переходите внизу. Тоже крутой Team Transport с Mercury. Не знаю, ребят, не знаю, но по мне выглядит просто бомба. Бомба. Некоторые тачки, и в частности Team Transport'ы, вижу впервые. Особенно, господи, как он хорош, как он хорош. Вот этот вот с Фордом. Посмотрите. Вообще такой олдстайл. Классный Team. Просто потрясающий. С Фордиком. Слушайте, ну вот это, конечно, Team Transport на уровне, на уровне. Так, что хотел еще посмотреть? Еще вот этот Team хотел посмотреть. Тоже мне предлагают обмен. Вот впервые тоже держу его в руках. Не знаю, напишите в комментах, как он вам. Но по мне тоже, в принципе, стильно смотрится и интересно. Так, есть колеса для кастомов, есть немного мейна. И давайте посмотрим. А, этот Team, в принципе, видели с GT Race раньше. И вот эта вот премка тоже подъехала к нам. Не, ну круто, круто, молодцы, ребята. Я уже не знаю, что мне поменять и... что мне предложить. Слушай, Тимы вообще доступны. У нас подъехал Влад, постоянный участник нашей рубрики. Редкий. И слушай, мы вот сегодня с Максимом как раз таки обсуждали, да, вот, помнишь, да, как они висели, да, их особо брать никто не хотел, но вернуться бы в то время, да, на скидочке. Это форсаж, да, насколько я помню. Да, форсажик. Ну нормально, особенно вот по кайфу нового сейчас, да, вот я ее не успел взять. И вот этот вот я не успел взять Гран Торино, да. Тоже, конечно, прикольный сетик, подскочил круто. Если, конечно, Максиму достанется. Планируешь забирать? Планируешь забирать, да, Максим? Где он, кстати, пропал? Максим, планируешь забирать, да? Ну вот да, такой сет, в принципе, достоин. Да, у меня, кстати, такая вот темная есть с этого форсажа, тоже брал. Потом смотри, я брал еще вот этот вот F150. Он, конечно, крутой, по-моему, Брайан на нем гонял, да, если я не ошибаюсь. Тоже брал, это были мои первые премки. Я даже еще распак делал на свежем воздухе. О, какой ветер сегодня. Гран Торино, вот я его не успел купить и жалею. Он, конечно, просто бомба с этим цветом, с этими колесами. Супер. Блин, вроде погодка, а, честно говоря, вот кто бы мог подумать, у меня руки мерзнут снимать. Импалка, вот импалку брал, она там на пару секунд только появляется в кадре, в каком-то в четвертом форсаже, что ли. И Шеви, посмотри, какая красавица. Господи, это просто супер. Так, Эрик подошел, все участники собираются, и у Эрика сегодня интересное мероприятие, да, намечается? Небольшая лотерейка, досматривайте, вся коллекция будет разыграна, Эрика, досматривайте видос до конца, лотерея обещает быть супер интересной, ребята, прямо на сходочке. Им тоже интересные ретро-тачки, да, значит, что у тебя есть, показывай. У меня есть Starman 2000 года. Покажи-ка, вообще супер классно. Это Ford купе. Она просто бомба. Посмотрите, ребята, какой цвет. 910 года. 910 год. Господи. Как он смотрится. Конечно, ну это топ, ребята. Это топ, это для ценителей. Вот я тоже, я собираю ретро-тачки. У меня отдельно есть коллекция. И это, конечно, бомба. Тут ничего не скажешь. Вот этот еще жучок вижу, да, неплохой у тебя. Нет, это покоится немного, но... Не, ну, да, в этом, в принципе, есть какая-то своя прелесть, да. И что еще ты взял? Ну, вот это вот есть, она тоже 10-го года. Слушайте, ну, это просто супер. Смотрите, какой эксклюзив у нас на сходочке. Выглядит очень и очень привлекательно. Впервые я держу в руках, как интересно называется эта машина. Давайте глянем. Комби, Малайзия. Вот это старый мейн, от которого я, конечно, ребятки, балдею. По-моему, он еще в Китае изготавливался, тут не видно, да? Но, конечно, качество, краска, лучи смотрятся. Вот кто, ребята, мог подумать, что, в принципе, в Беларуси, да, есть столько любителей и есть столько всего интересного. Так, Рома подошел у нас. Рома постоянный участник сходок. Это круто, мы готовимся уже к розыгрышу. Так что тоже человек подошел, смотрите, старый мейн. Как вам ощущение? А? Ну стильный, вот, конечно, модель интересная, да, как называется, давайте глянем. Трек Айсис, что-то типа фантазийного, да. Но старый мейн определенно хорош. Мне нравится стиль карты. И вот тут вот в лучах солнца, конечно, это выглядит супер круто. Положим ему назад, сюрпризик. Тут уже померк Эклипс, все остальные тачки, но сходочка, ребята, в самом разгаре. Ёлки-моталки, какой гость у нас. Ребята, вы узнаете этого гостя? Виктор Автохоз, впервые здесь творится история сходок. У нас супер хедлайнер Виктор Автохоз, встречайте. Подходите и полюбуйтесь нашим масштабом бедствия. Интересно, мы сегодня... захватим парк Горького или нет? Виктор, я ждал тебя, наверное, уже целый год на наших сходках. Я бы не скажу, что тепло, я себя со стороны не вижу, но я реально замерз. Я просто в перчатках стою, и хотя на улице вроде как визуально тепло, у нас хорошая погода, но, блин, прохладной. Так, Виктор подснимает что-то интересненькое. Я, кстати, еще не смотрел вот этот вот Матрасик. Да вообще. Или это продумали даже потом. Покрывальца, да. Я не знаю. Да вообще, я не знаю, где они. А, это Рома пришел. Точно, слушайте. Вот, хотел посмотреть. У него еще Альфа Ромео было из этой серии. Да, поделитесь впечатлениями. Конечно, топчик и, конечно, прикольно. Эскортик. Хорош, ребята. А где Ромина Альфа? Рома, где твоя Альфа? Уже нету. Вот, чтобы я не был голосновым, вот такая вот Альфа Ромео. Эту штуку чуть однажды не взял, но мне увели с подноса, приехал на следующий день, денег не было с собой. А, я вот это вот. Да, отснимал тоже как-то, да. Но приехал уже, смотрю, нету ни одного према, так это было в галерее. Пойду дальше отсниму, ребят. Да, Виктор, слушайте, вот это вот Team Transport начинает меня радовать, конечно, ребята. Четкий плимут. Суперберд. Это, конечно, выглядит просто топчик. Смотрите, какая машина, какой стиль. И, конечно, классно. Так, где Ромина Альфа Ромео? Я бы хотел еще Альфой полюбоваться. Альфа Ромео уже ушла. Ушла, Рома. Как так? Мы так и не посмотрели твою Альфу. Но зато Порш. Конечно, по душе. Тут, конечно, прямо-таки, да, можно Чарджер мой любимый. Когда я его распакую, но все-таки, да, это что-то эксклюзивное и что-то интересное. Ребята, сходочка набирает обороты. Я не знаю, где еще можно встретить такое количество интересных премиальных тачек. Не знаю, ребята, присоединяйтесь к нашему комьюнити на ютубе. И, конечно, всех этих ребят мы встретили в телеграме, тоже присоединяйтесь. И все объявления, которые у меня продаются, меняются. Все они есть на куфоре, ссылочка будет в описании тоже. Все это есть, ребята, переходите. Можно тоже интересоваться, спрашивать и, конечно же, общаться в телеге и во всех других соцсетях. Ссылочки будут, еще раз говорю, в описании. Закончим РЛКшечкой. РЛКшечка — это круто. Традиционный распак на сходочке от Эрика Ford Mustang. Давайте сейчас поделимся впечатлениями. Там у нас ожесточенно идут просто обмены. Жара только начинается. Да, жара только начинается. Прямо-таки, ребята. Нож ломается, и Виктор сегодня у нас снимает. От Виктора Автоход, как впечатление по Мустангу у тебя? Да, хороший по прему. А еще какие впечатления по прему? Слушай, фантазийный прем, как я фантазийный прем, как весь фантазийный Hot Wheels. Но за это, сейчас я переверну камеру на себя, но за это мы Hot Wheels любим, что он немножечко фантазийный. Да, что-то есть. Это круто. Сегодня просто семейная сходочка. Эрик, ну а тебе как? Тебе вот этот Мустанг? Класс, просто вот это. На лотерее сегодня проводим лотерею. Давайте сет. Я думаю, что надо проводить, пока людей много и пока что-то может быть. Ребята, супер лотерея. Сейчас посмотрим. И где твои лоты? Чтобы понять, что будем разыгрывать. Это будет сегодня целый лот на розыгрыше. Ребята, продолжайте, подписывайтесь, досматривайте до конца. Сейчас узнаем, кому повезет и кто что в конце концов получит. Так, участники лотереи. 11. Надо еще 3. 3 надо еще. Ну давайте я тоже 2 беру место. Вот. Одно место осталось, последнее. Лотерея. Каждый из этих людей получит по какой-то машине. Это определит случай, ребята. Или слива, или мейн, или распак. Вот автоволт разыгрывает, получает просто одну тачку от всех нас. На память от Эрика будет вот такой вот подарок. Значит, какие тачки разыгрываем, сейчас будем смотреть. Вот, значит, премки, 14 крутых тачек, Ford, открывашка, насколько я помню. Так, матчбоксы, Сильвия, которую все хотят. Значит, автоволт модель разыгрывается. И Sky, ребята. Все участники сейчас находятся у нас. Значит, все участники у Эрика. И да, Эрик будет тянуть и разыгрывать тачку. Сейчас будет вершиться история, что кому выпадет. Это очень интересно, ребята. Смотрите до конца, впервые в истории ютуба розыгрыш, ребята, розыгрыш. И это будет круто. Страсти накаляются. Страсти накаляются. Начнем. Кому что достается. Пишите в комментариях, что бы вы хотели получить из этого сета. Теперь интересно, кто что выиграет. Кто что выиграет, розыгрыш. Давайте, давайте. Поехала, поехала. Первая тачка разыгрывается. Руку закидывай, не смотри туда. И сразу выдаем модель. Да, первая модель. Первый золотой комара. Золотой комара. Золотой комара. Кто получает? Цифра. Цифра 10. 10. Цифра 10. Кто? О, золотой комар. Поздравляю. Покажи комара. По комара. Все, отлично. Дальше. Следующий у нас Nissan. Nissan, давайте, Эрик. Так, Sky получает у нас номер 4. Я. Покажи Sky. Так, да, его следующая. Да не, мое. Покажи Sky. Вот такой Sky. Карта есть. Charger, простите, пожалуйста. Давайте Charger. Только не пятый. Эрик, я тебя придушу, если пятый. Эрик, вытягивай. Charger. Все молятся, молятся, ребята. 12-е. Макс. 13 место. Покажите Charger'а. Классный, блин, я его хотел. Он, по-моему, открывашка. Офигеть. Открывашка, блин. Я вот хотел эту тачку. Открывашка. Открывашка, комарик. Это матч, это матч, это матч. А, это матч. Давай, давай. Эрик, только не 5. Это у нас 7. Комара. Вот, поздравляю. Обстановка накаляется. Обстановка накаляется. Покажи-ка. О, вот это пошло. Рома! Сука! Да нормально, нормально, ребята. Покажи старый мейн. Да нет, нормально, нормально. Я бы хотел вот такой старый мейн. Все в накале, ты не хотел участвовать. Дальше идет у нас тоже комарик свап. Следующий комара свап. На резине. На резине. Давай, Рик. Думаю, что это 2. Я. О, комара на резине. Елки-моталки. Ну, в принципе, нормально, нормально. Сливу? Конечно, хотелось. Аешку прем. Вот, аешка все уже. Хотел, конечно, сливу, ребята, но, блин. Номер 8. О, Ешка! Блин, Виктор Автохоз есть шансы на сливу, охренеть! Не хотел участвовать, бля! Следующая позиция у нас... Сейчас сливу заберет, блин. Pontiac. Понтиак. Чувствую, что это у нас будет номер 1. О, Понтиак, поздравляем, покажи Понтиак. Уже запак, запак, да. Все, пошло дело. Запаки, пошли запаки, ребята. Давайте следующая обстановка. Чувствую, что это у нас будет номер 11. Номер 11, кто? Я 12. Кто, кто 11? Кто 11-й? Кто 11? Кто такой Женя? Я. Так ему отдаем. Круто, Женя 11-й. Ну. Заставляли. Да. Если считай, тебе Сергей Апвилс отдал свою модель. Это его место было. Charger. Так, Charger у нас получает. Давайте, давайте. Сейчас там 2 вытянул. 3. О, да неплохо. Стас, покажи Charger. Офигеть. Ребята, ну, слушайте, это Мустанг из Форсажа. Финал почти уже близок. 3 места. Получает у нас номер 6. Номер 6, Максим. Максим получил Мустанг. Блин. Охренеть, вот он сейчас заберет сливу. Офигел, да ты заколебал. 1500 всего лишь. Давай сразу с этим. Давайте, ребята, лотерея накаляется. Последние премы. АвтоВолт разыгрываем. Получает у нас прекрасный комарик, думаю, номер 12. Номер 12! Поздравляем! Покажи АвтоВолт, блин, достойно. Офигеть. АвтоВолт достойно. Я остался! И Виктор Автохоз. Сейчас решается судьба. Сразу говорю, везучие люди, блин. Кто не хотел участвовать, блин, давайте, давайте. Решается судьба. Давай, Эрик, давай. Я думаю, что это номер 9. Эмоции бомба. Эмоции бомба. Вот это эмоции, ребята. Ты не выиграл. Сема выиграл. А что Сема выиграл? Сливу? Нормально. Сема это от души, слива. Самая крутая. Ну неплохо разыграли. Да вообще офигеть. Виктор Автохоз, что у тебя? Покажи-ка. Вот кто не хотел разыгрывать. Офигеть, самые топовые тачки. Он стоит, наверное, рублей 40 минимум. Это 20 долларов стоит. Да. Это просто супер. Ну как вам, ребятки, лотерейка? Виктор, ваши впечатления? Превосходно. Бомба! Это бомба! Вот такие у нас на сходочках можно. А если бы еще Эрик какие-нибудь свои наклеечки клеил сверху? Это просто супер, да, да, да. Типа, что это его там. Ну это молодцы, ребята. Так вот сегодня у нас эмоциональная сходочка пошла. Напоследок покажу вам эксклюзив, да. Получился вот выигрыш лотереи. Самый счастливый человек, да. 15 рублей. Практически цена мейна получает вот эту сливу. Лотерея была эмоциональна. Ну смотрите, да, значит, СТХшки тут у нас есть. И интересное вот под окончание, конечно же, старый мейн. Это круто, ребята. Это сходочки эксклюзивчик. Минск, да. Смотри, какой старый прикольный, да. Это вообще, это просто... Да, это просто бомба, конечно. Это, по-моему, Влад продавал. Смотрите, старый Pontiac GTO. Ну где, ребята, вот такой эксклюзивчик встретите, как не на канале UpWheels. Тут и на канале Автоход, потому что Виктор Автоход, да, да, да. Виктор Автоход тоже снимает у нас, тут ничего не скажешь. Вот такой вот старый мейн. Смотрите, просто гора, ребята, просто гора. А Виктор Автоход сегодня выиграл Skyline. И это, по-моему, тоже круто. Обязательно лайк. И респект по выигрышу. Смотрите, тут прямо такие коробочки. Посылку чем-то штатом заказать, коробочек старых. Да, так я говорю, что это ну реально эксклюзивно, реально интересно. Какой стиль. А вот такую видел? Да, классно. Супер. Я не знаю, это было похоже, но... А, это твое, да? Вот, я наконец-таки это снимаю. А, все, я понял. Это профиль Влада будет в описании. Влада, вы знаете. И, конечно же, да. Я просто снимаю и вспоминаю, да, думаю, к чью это все. Очень надеюсь, что у этой модели нормально закрывается капот. Да, потому что когда мой коллега Джон Лэм делал обзор на золотой, так у него капот не закрывался. Да, по капоту я уже сказал, это просто притча во языч, этот капот. Но, тем не менее, ребята, надеемся, да. Надеемся, что все будет супер. РЛКшки, получается, от мейна отличается тем, что у них Spectre Flame. Да, Spectre Flame, и они делаются в Китае. Вот. Не, РЛКшки круто. Я тоже сегодня полюбовался, посмотрел. Вот вам и дети, ребята. Вот чемодан годноты, пожалуйста. Человек с чемоданом пришел. А еще и выиграл сегодня Сильвию. Да, да, СТХ-шка, да. Мы смотрели. Ну, это круто. Распак РЛК. Я вот только сегодня говорил, что хотел бы подержать, конечно. Тут прямо надо по солнцу снять. Ну, где вы еще увидите, ребята, распак РЛК. Канал UpWheels. Обязательно делитесь своими впечатлениями. Обязательно подписывайтесь. И обязательно ставьте лайк, ребят. Распак РЛК. Только на канале UpWheels. Кстати, что с капотом? А с капотом, ребята, по-моему... Реально, я не знаю, по-моему, он не закрывается. Конечно, тачка сама бомба. Тут ничего не скажешь. Детализация надо, кстати, Виктору сейчас показать, автохоту. Но с капотом есть какие-то проблемы. Давайте сейчас с Виктором глянем вместе. Он даст свою экспертную оценку. Но, ребята, это эксклюзив. Тебе, ребята, я смотрю на эту тачку. Все-таки какие-то, блин, проблемы с капотом у нее есть. Напишите в комментариях. Ну, как будто бы, не знаю, как будто бы он не до конца, что ли, закрывается или что. Вот такие вот и вопросы, да. Отдаешь кучу бабла. А тут, смотрите, какой зазор. Реально существует зазор. Но все-таки эта бэха хороша. Вот сейчас тут по погодочке снимаем. В лучах, смотрите, какой перелив, да. Смотрите, какой блеск. И это круто, это круто. Вот вам, да, вот вам коллекционеры, Минск, сходочка. Самый топчик у нас на канале. На природе собираемся аккуратненько, тихонечко показываем. Небольшие такие вот рафлы проводятся. То есть все для наших друзей, для наших подписчиков. И это, по-моему, супер круто, ребят. Не знаю, что-то все-таки с капотом не то, и вы сами это видите. Напишите в коммент. Задам вопрос непосредственно владельцу. Ну вот как твое ощущение? Вот про капот многие говорили, как будто бы зазор существует. Да, есть немного. Когда закрываешь, все. Есть, да, такое. Все, потихонечку, да, начинают участники расходиться, но такой вот зазорчик имеется. Но в целом тачка, конечно, бомба. Ничего не скажешь. Из новинок есть Tesla Roadster. Вот, смотрите, это новая серия American Sense, которая с дождем, да, дождем, говорю, доджом, конечно же. Вот, так что Теслочка Roadster есть. И из этой серии я еще, кстати, шевельку не видел. Тоже есть хороший цвет. Так, там обменчики идут. А мы пока отснимаем эти тачки. Не, топовые тачки тоже суперски выглядят. Знаешь, у кого есть это круто, это Эрику просто подходи, супер. У него там касса вот такая. Так что вот First Edition, ребята. Тут даже говорить нечего, конечно, это круто. Так, немного по мейну. Ну, в принципе, да, в принципе, сходка, мне кажется, сегодня удалась, да. Вот, кстати, Серегин с рафла, который проходил в Инстаграме, Серега с Могилева, я забрал твой Team Transport, он у меня находится, и сегодня обменял себе вот этот вот тоже Team Transport, он тоже у меня, он, да, он распак с доджом, точнее с мустангом, да, сори, я тут уже просто заговариваюсь, ну почти 2 часа снимаю, извините, ребята. Короче, да, обменял себе пару Ferrari, вот такая вот Калифорния от Hot Wheels. Потом открывашка Феррари. И Феррари LaFerrari. А какая еще Феррари? 948 Спайдер. Ну да. Убитая, правда. Но ее надо, да, ее надо под восстановление желательно. А так, конечно, круто. И вот подарили мне, да, подписчики. Так, эту тачку у меня в розыгрыше, у меня она получилась. Камара на свапе. Неплохая. Это старый мэн. Мне подарок подписчик сделал. Это супер круто. Видите, ребята? Дарите блогеру подарки. Тоже приятно. Тоже хорошо. И вот это тоже подарок от подписчика. Бесплатно. Спасибо. Вот еще. Спасибо огромное. Всем привет. Это, конечно, тоже круто, ребята, под восстановление. Я даю вторую жизнь и оживляем тачки. И вот такой вот у меня сегодня автоволт, ребят, автоволт. А вот это вот для вас супрочка. Тут еще в чемоданчике полазил. Круто, круто, просто супер. Потом, смотрите, джетка белая тоже. По чемоданчику полазил, тоже есть. Выделяю, потом смотри. Классный, кстати, вот ни разу не видел такого Team Transport. Он же у тебя открытый, да? Да. А можешь достать его, просто глянуть, что внутри? Вот слянчик, кстати, Team Transport интересен. Опа, дай-ка глянем. О, прикольно. Видите, на сходочке сегодня много тимов. Классно, гульф, да, раскрасочка. И грузовичок, дай-ка я посмотрю тоже. Грузовик классный. Да, грузовик топ-топ-топ, короче, смотрится. Ну, отлично, неплохо, ребят. У тебя вообще классная коллекция. Где ты вообще покупаешь свои тачки? Да много где. Много где. Это класс. Ну, заказываешь так за рубежом или у нас стараешься? Да. Куфор, Алиэкспресс, потом поляк. А, подкупаешь, да? Ну, да, да. Да, да, так что, ребята, видите, такой волшебный чемоданчик. Тут можно Порши посмотреть. Тоже круто, круто. Есть у нас. Здесь у нас и лансерчик тоже прикольный. Ой, лансерчик, говорю. Эклипс, конечно. Когда долго снимаешь, уже просто заговариваешься. Так, Старлет. Такой вот волшебный чемоданчик Старлет. И, конечно же, Люкон. Нормально, ребята, такой чемоданчик, покопался. И вот сегодня человек Сильвию выиграл в нашей лотерее, в нашем розыгрыше, беспроигрышном и безвозмездно. А, кстати, слушайте, тут, по-моему, Мерседес еще у нас лежит, видели. Кстати, как его открыть, давайте глянем. А вот этот Мерс. Вот этот Мерс прикольный. Но ее достать нельзя. Ну, да, прям такой премиальный. Это уже классно, классно, классно. Тут ничего не скажешь. Хороший наборчик человеку. Чемоданчик раскрыл. Но я сейчас постараюсь выключить все, сложить. Так что не ругайте меня сильно, ребят. Не, круто, круто, конечно. И это супер. Подписывайтесь сегодня. Куча крутых эмоций и крутых впечатлений. И обнаружил, что бэха открыта. Давайте покажу вам бэху, Е46 поближе. Да, у человека, конечно, интересный наборчик. Тут у нас страсти идут. Давайте чуть дальше отойдем. Но бэха, конечно, классно. Вот Е46. Кто мечтает, это легенда, это супер. На сходочке тоже смотрим. Колеса классные. Распак. Это все, конечно, просто тема огонь. UpWheels. Вот такая вот у нас сходочка. Наверное, тоже потихонечку к концу подходит. Сейчас еще надо будет со Стасом посмотреть нашу Ferrari. Так, у Эрика новая Камара, да, получается? Да. А, новый приходик, да, ты получил недавно. Ну, неплохие, неплохие, цвет хороший. Старый мэн, да, по традиции у Эрика. И Special Edition. Но Эрик забирает Камара, и я сегодня оставил твой автоволт у себя, так что он будет у меня на ответственном хранении. Тоже удалось поменять, как вам такие Камарики, ребят. Ну, по-моему, неплохо. Я сегодня тоже... Хотя я не особо любитель Камара, но ушел с двумя Камарами, которые один выиграл и один удалось поменять. Ребята, сходка получилась очень насыщенная. Сейчас подвозим краткие итоги. И самое главное, распаковка посылки рестайлинга. Вот я ее уже открыл, точнее восстановление, да. Владелец, бывший владелец Ferrari Стас. И сейчас доставай, посмотрим, что нам передал канал Custom 87. Так, это скорее всего, давайте посмотрим. Вау, подарок, скорее всего, от канала. Огромное спасибо. Елки-моталки, еще подарок. Да, это круто. Огромное спасибо, Андриан делал. И два кастома. Ну, я один подарок отдаю Стасу и один себе оставляю, с вашего позволения. И это восстановление первое. Это Серега с Могилева. Серега передавал DeLorean. Вот это восстановление было под оригинал. Стас, какого твое мнение, что ты скажешь? Я бы даже не сказал, что ее делали. Нет, похоже. Она была действительно в плохом состоянии. Я имею в виду, что не отличишь. Да. А сделана действительно в оригинал, да. И это, конечно, круто. Я потом еще, ребята, сделаю, подставлю вам реально фотографии, что было и что стало. Но, мне кажется, в оригинал она круто. То есть, ты считаешь, что прямо не отличишь от оригинала. Да, я бы не сказал даже, что я... Офигеть. Андриан, ты просто мастер, потому что в оригинал сделать... открой, пожалуйста. Да, сейчас. В оригинал сделать не так уж и легко закатать. Там были нюансы по декалям. Вот так вот она открывается, да. Все, вот такая вот открывашка. Это круто. И сейчас давай вкратце перейдем к твоей Феррари. Слушай, Андриан, спасибо огромное. Правда, главное, что она не уехала от ветра. Да, давай поставим. И самое главное, это Феррари, ребята. Как тебе ощущение? Прикольно. Ну ты ж помнишь тоже состояние, да, фары были не прокрашены. Да. Диски, конечно, вот он очень боялся под стиль дисков, но мне кажется, неплохо. Может быть, только что ободка не хватает, но как было и как стало, это просто топ, ребята. Это просто... Ну посмотри, фары, прокраска, детализация, просто супер. Берлинетта, мне кажется, обрела вторую жизнь. Как тебе? Ну, нравится очень. Ну вот. А как все фары? Ах ты. Это ж он сам делал все эти декали, все подделал. Там вон Феррари. Значок. Видишь? Наклеен, сбоку, да. Сбоку, спереди, значок. Да, это специальные заказные декали, ребята, значок Феррари. Но это супер, мне кажется, достойно получилось. И Феррари обрела вторую жизнь. Ну и в целом, давай подведем итоги. Что у тебя по сходке, как, что получилось? Ну, это надо туда идти, наверное. А у меня, смотри, я тебе сейчас покажу, значит, такой старый мейн, эмоциональный. Потом тоже забрал две Феррари. Я не знаю, я люблю Феррари от Hot Wheels, потому что их реально не найти. И вот такая вот Калифорния просто супер. Ну и главная находка вечера, это, конечно же, вот этот вот автоволд, который я хотел у Эрика. Так его никто так... Я его лично не видел внутри. Ты видел? Я не доставал. Да, я видел. Я нет. Это просто топ. Ну, как тебе? Это достойное приобретение. Интересно. Не встретишь автоволда в наших краях, а тем более Limited Edition, ребята, Limited Edition. Офигеть, да там еще и капот открывается, просто переверни его. Да, и посмотри, какая там детализация автоволда. Крутяк. Вообще пипец. Для такого масштаба. Да, как будто бы настоящая тачка. Вот такие краткие итоги. Давай-ка я еще чуть ближе подойду. Team Transport забираю Сереги с Могилева, который он выиграл. И вот это мой Team Transport, который я сегодня поменял. Так, на обмене у меня еще доджик получился. Это ты тоже его обменял? Да, уже после. И вот мои некоторые тачки. Так что UpWheels. Вот такая вот была эмоциональная сходочка.